Привет всем любителям интеллектуальных пазлов! Перед нами мозг управ. Нам нужно собрать фигуру прямоугольника из 12 деталей. Чем примечателен этот прямоугольник? Тем, что здесь фигуры представлены как в известной нам всем игре Тетрис. Но, конечно, в Тетрисе 4 клетки в каждой фигуре, а здесь 5. И это уже называется пентамином. Вот, нам нужно собрать вот такой прямоугольник. Когда я начала складывать, то поняла, что прямоугольник, как на картинке, должен состоять в соотношении 6 клеток к 10. И тогда он получается вот примерно вот такой формы. Сейчас я покажу, как я это сделала. Очень сложно, конечно, было. Я с ним возилась, с этой головоломкой несколько дней. Вот получилось один в один, как на картинке. Всем спасибо, друзья, большое за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь, если вам понравилось мое видео. Удачи в решении головоломок. До новых встреч!